Через скандал у радикальній партії, причиною якого став нардеп Мосійчук, Волинь ризикує лишитися без куратора парламентаря. Олег Ляшко вимагає у ЦВК позбавити депутатського мандата свого соратника Артема Вітка. Сам Вітко заспокоює волинян. Громадську приймальню у Луцьку не закриє. Про суть скандалу між радикалами із перших вуст. Ну, Артема Леонідовичу, знаємо ситуацію, яка склалася в радикальній партії Ляшка. І показали відео в Верховній Раді, де Ігор Мосійчук нібито брав гроші за депутатські запити. Це, я так розумію, стало причиною того, що ви вийшли з фракції, так? В самом начале, когда я писал после непосредственных страшных событий под Верховной Радой, когда раскачивали определенные политические партии ситуацию под Верховной Радой, и что послужило тому, что, к сожалению, погибли уже 4 наших бойца Национальной гвардии Украины, я тогда написал пост о том, что не очень это все поддерживаю. И на следующий день произошла такая ситуация, что мы непосредственно голосовали по Конституции, я не поддерживал там эти изменения Конституции. Но когда Олег Валерьевич заявил о том, что якобы мы будем выходить из коалиции, я сказал, я из коалиции выходить не собираюсь. Потому что на сегодняшний момент выход из коалиции — это по сути сепаратизм. То есть это непосредственно расшатывание ситуации, и который приведет к тому, что рано или поздно по центру, то есть по нашей столице, будет такие, там, извиняюсь за выражение, Лугандонии, там, в одной части, в Харькове, там, Запорожье, то есть вот такая ситуация. Поэтому я как бы не поддерживаю. Когда я увидел те расценки, которые присутствуют там, и те мероприятия, кто там за какой карьер, кто кого там курировать будет, крышевать, я не знаю, как это правильно называется, естественно, я вышел на трибуну и сказал, что я как бы с вами, мне с вами вообще не по пути, я как бы не хочу с вами вообще даже общаться. Поэтому я... Это было на съезде какому-то? Нет, это значит, сначала, изначально у нас проводилась фракция на первом этаже Верховной Рады, я как бы озвучил эти свои позиции о том, что я как бы не собираюсь вместе с ними проводить такие мероприятия по развалу Украины. Вот как бы. И потом вышел с трибуны, непосредственно сказал. Ну, а потом, когда уже вы вышли с фракции, так, почав Олег Ляшко домагаться того, чтобы вас забрали депутатский мандат. Нет, смотрите. Как развивается эта ситуация? Там какая ситуация? Из самой фракции я не выходил. Я сказал, что я не хочу, это средство массовой информации. Я нигде это не комментировал, и вот вы самый первый, кто дает интервью. Я сказал, я не хочу вместе с вами, не хочу с вами дальше сотрудничать. Вот. А уже решение там Олега Валерьевича должно было пойти либо выключить именно с фракции, либо не выключить. Они меня не выключили, но звертались там до ЦВК, потому что там считают, ну как бы одной позиции Олега Валерьевича Ляшко, да, там недостаточно, чтобы лишить депутата мандата. Тобто у вас есть правильная поддержка в радикальной партии? Ну как бы да. И мы когда голосовали против выхода из коалиции, было еще ряд народных депутатов, которые ко мне там подходят и говорят, только там не называют наши фамилии. Было нормальное количество, со мной еще как минимум двое активно высказывались о том, чтобы мы не выходили из коалиции. Ну, а поддержка была порядка 4-5 депутатов народных, чтобы мы не выходили из коалиции. А после всего этого, какое ваше место в партии и также в парламенте загалом? Олег Валерьевич недавно делал заявление о том, что я сижу якобы с БПП. Вот. Но я вот, если он внимательно посмотрит, я не сижу с представителем партии БПП, а там сидят в этом ряду лица мажоритарщики все. Это называется народный контроль, группа там такая, во главе с Мусием. Вот. Я как бы с ними сижу. Почему я там нахожусь? Потому что в условиях войны я как человек военный не могу быть в оппозиции к верховному главнокомандующему. И сегодня расшатывать, еще раз подчеркну, ситуацию какую-то, игры такие, выходим, заходим, еще что-то, там нам угрожают, там еще какие-то мероприятия. Это очень, очень плохие игры. У нас, в принципе, в коалиции есть, внутри коалиции есть своя позиция. Это Самопомощь и непосредственно Батьковщина. Так вот, я думаю, что радикальной фракции нужно было поступить так. И поскольку Олег Валерьевич Ляшко, который пиарился на батальонах, сейчас или фракция должна его выключить из своих
своего оточения, либо должен он сложить мандат. Поскольку он пиарился на батальоне Айдара, на батальоне Луганской день, он по сути вышел на нашем горбу, на нашем военном горбу, эта политическая сила зашла в парламент. И вот сейчас, я думаю, было бы честно выключить его и из фракции, чтобы назад фракция вернулась в коалицию. Ну, а взагалі, от як ви ставитесь тоді до поняття партійна дисципліна? Ні, подождите, яка партійна дисципліна? Так тоді можна оправдати людей, які за закони 16-го числа голосували. Тоже партійна дисципліна. Люди вийшли, сказали, давайте бійся. У них теж була партійна дисципліна. Якщо партійна дисципліна направлена на розрушення України, то ні. Я присягав не Олегу Валерійовичу лично, ні одному члену. Я присягав українському народу, який дав мені цей мандат, і я як би остаюсь і завжди буду вірним тому народу. Я, как вы знаете, житель города Луганска и ну, был до недавнего времени, да, пока война не началась. Так вот, быть патриотом на Западной Украине, ну там определенно модно и там перспективно. Тут быть патриотом было в Луганске, это было не модно, не перспективно и вообще. Я был патриотом Украины в Луганске, когда началась война, я стал с оружием в руках защищать свою родную Луганщину, свою Украину, чтобы эти сволочи негодяи не пришли ни на Западную Украину, ни в Луцк, ни в Киев, никуда. Вот. И сейчас, когда кто-то пытается чьими-то руками раскачать ситуацию в Украине, то я как бы против таких тогда партийных дисциплин. Ну, але чи бачите ви тоді своє майбутнє в цій партії? В этой партии пока будет такая политика и такое руководство партии, я пока не вижу. Ще хотіла запитати, от у нас тут на Волині функціонує ваше громадське приймання, ви були куратором на Волині від радикальної партії Олега Ляшка, яка далі доля цієї приймальні? І ну, ви ж сьогодні знаходитесь в приймальні, будете функціонувати приймальні і далі? Будемо, тому що вже доволі некоторі шаги зроблені. И помощи людям, и помощи участникам антитеррористической операции. Здесь много непосредственно на Волынской области, в Волынской области, много бойцов батальона «Луганск-1», включая там Тарас Сидорук, командир роты был, и довольное количество, порядка 40 військовослужбовців, которые непосредственно с батальона «Луганск». И вот буду дальше помогать и дальше буду действовать на Волыне. Добре, а сьогодні у вас теж якийсь офіційний візит на Волинь? Що заплановано? Запланована поїздка в музей ікони і непосредственно в 14-ту гімназію в місті з Кривської Лілії Богдановною буде зустріча з педагогом. Він хоче звернутися, щоб допомогти йому іздати книгу, яку він написав. Добре, дякую вам. Вам спасибо. Yeah.